охотцы. Это их энтузиазм, изобретательность сполна компенсировали примитивность техники и полное отсутствие необходимых условий. Это они осваивали профессию, одновременно создавая ее. Потом появится цвет, новые технологии, спецэффекты. К началу 90-х на ГТРК КБР будут выходить в эфир 96 цикловых программ. Но все это будет потом. А тот самый трудный шаг сделали они, первопроходцы. Это талант у мэтров основателей мы обязаны тем, что сегодня в Кабардино-Балкарии успешно работают и развиваются сразу три государственных телекомпании. И Республиканское ТВ стало настоящей школой профессионализма. Сегодня те, кого учили ветераны телевидения, успешно работают на федеральных каналах страны. Школа вот наша телевизионная, нальчикская, она была замечательной. И в принципе все, что... Я, там, другие ребята, которые сюда приехали, работают, да, все, что мы знаем и умеем, мы получили там. По-хорошему, здесь, когда приезжаешь, тебя никто учить не будет. Тут ты пришел и работаешь. Все. Поэтому, если мы и получили какие-то знания, то только там. Без той школы, которую мне дали там, без той базы, в принципе, меня бы и сюда не пригласили. Если говорить о том, что меня держало тогда на ГТРК Кабал Телерадио, это первое, это люди, конечно, их желание работать, их желание совершенствовать тот как бы телевизионный процесс, который тогда там делался, да. Естественно, это были горящие глаза, а этого было достаточно. Мы умудрялись сделать все, что нам хочется. Более того, нам помогали все абсолютно. Я до сих пор удивляюсь, как на наши авантюры подписывался тот же Аслан Мамхегов, да? Ведь это все делалось на коленках. Почему нам разрешали? Почему думали, что из этого что-то получится? Да слава Богу, чаще всего что-то получалось. Во всяком случае, мы учились, да, может быть, не всегда все хорошо было, но, тем не менее, был результат. Нам казалось, мы придем на телевидение и перевернем, сделаем какую-то революцию. Сейчас, спустя 20 лет, я смотрю, конечно, какие мы дураки, наивные были. Но мы горели, мы, во всяком случае, хотели. Вот это горение, наверное, нам позволяло. И, безусловно, помощь старших, особенно вот, что касается моей профессии, старших операторов, которые толчок в жизнь моей профессии дали. Было такое время, что живешь в доме и приходишь на работу в казенный дом, но этот казенный дом в одно время было такое чувство, что это твой родной дом. И порой ты приходил в свой дом, где ты мог просто переночевать, и все остальное время, которое оставалось, ты проводил на работе. Кстати, среди прошедших, если не школу телевидения, то как минимум курс, есть даже управленцы высшего звена. Какое-то время на студии телевидения работал и действующий министр культуры республики Руслан Фиров. Руководитель пресс-службы главы правительства Кабардино-Балкарии Зарина Шакарова. И наш следующий гость и коллега. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно,
и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Небеса отгорели зарницы, и в сердцах утихает коза. Не забыли нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, председатель Государственного комитета по СМИ Мухаддин Кумахов. Что не сделаешь ради дорогих людей? Говорит и показывает Нальчик, столица Кабардино-Балкарской республики. Конечно, выходили с улыбкой, говорили добрые слова и, может быть, не всегда задумывались над тем, что сотни и сотни людей обеспечивают этот эфир, и они всегда остаются за кадром. И сегодня, поздравляя всех телевизионщиков, радийщиков, которые сегодня работают, те же добрые слова хотел бы сказать всем, кто хоть когда-то прикасался к радио и телевидению Кабардино-Балкарии. Низкий вам поклон. Я думаю, что и те, кто были сегодня на экране, которые ушли, и они нас слышат. И они радуются сегодня вместе с нами. С праздником, дорогие друзья! В прямом эфире специальный юбилейный выпуск «Вестей Кабардино-Балкарии». В студии Залина Суанова и Казбек Гикиев. Добрый вечер. Телевидению Кабардино-Балкарии 55. Конечно, историю республиканского ТВ делали не мы. Это заслуга наших старших коллег. Километры кинопленки, более 700 рулонов, свыше 4000 видеокассет и почти 3000 дисков. Этот уникальный исторический и культурный архив, который хранится в фондах компании, создавало и собирало не одно поколение телевизионщиков. Теперь эстафету приняли мы. И сегодня ГТРК «Кабардино-Балкария» – это единственное в республике информационное телевидение. Мы всегда там, где происходят самые важные события – радостные и трагические. «Вести КБР» выходят в эфир 9 раз в день на трех государственных языках уже на протяжении многих лет. В маленькой республике, где расстояния невелики, а население не дотягивает до миллиона, делать новости – задача не из простых.
Сегодня сотрудники службы информации фактически оказались на передовой борьбы с терроризмом и экстремизмом. Картинка терактов и спецопераций, которая идет на федеральных каналах, большей частью добыта корреспондентами и операторами ГТРК «Кабардино-Балкария». Мы говорим с властью, духовенством и общественными деятелями. Мы задаем неудобные вопросы и ищем ответы. Осторожно. Не потому что боимся, потому что знаем, как хрупко равновесие и как может отозваться наше слово. Понимаем, как много зависит от нашей оперативности, честности и корректности. Год назад на главный государственный российский канал после многолетнего перерыва вернулось тематическое вещание. История, традиции, культура народов республики. Новых проектов много, и каждый из них уже завоевал свою аудиторию, в том числе и за рубежом. По отзывам зрителей, эти программы фактически не имеют аналогов на федеральных каналах, а интернет-версию новостей и передач компаний смотрят в 60 странах мира. Еще более амбициозные проекты в планах. Так что нам будет о чем рассказать и в следующий юбилей, а пока 85 лет радио и 55 телевидению Кабардино-Балкарии. Торжественные мероприятия по этому поводу в эти минуты проходят во Дворце культуры профсоюзов, где работает наша коллега Наталья Булат. Она готова выйти на прямую связь со студией. Наталья, вы нас слышите? Да, добрый вечер, коллеги, я вас прекрасно слышу. Торжественный вечер входит в свою стадию завершения. В зале в основном звучат поздравления и пожелания, оно и понятно, праздник. Сегодня много гостей, тех, с кем мы работаем, о ком рассказываем и кого показываем каждый день. Нам удалось пообщаться с Зинаидой Абусуфьяновной Цурмиловой. 24 года на телевидении. Она начинала литературным редактором и работала выпускающим редактором. Зинаида Абусуфьяновна, естественно, телевидение изменилось. Вот на ваш взгляд, чего сегодня не хватает новому уже телеканалу? Я считаю, сегодня не хватает всем нам доброты. Доброты, внимания, заботы. Я помню другие времена, которых можно было охарактеризовать словами Лермонтова, ведь были люди в наше время. Мы вас поздравляем с праздником, спасибо. Желаем долгих лет жизни, спасибо. Еще много-много вот таких вот праздников. Коллеги, спасибо. Творческий вечер продолжается, ну, я думаю, будет еще на что посмотреть. Казбек, Залина. Спасибо, Наташа. Надо напоминать, откуда и зачем Наталья Булат вышла в прямой эфир. Если нет, то это вся информация к этому часу. Прогноз погоды в связи с юбилеем отменяется, тем более, что угадать его нам практически никогда не удается. Но вы, уважаемые телезрители, все равно оставайтесь на телеканале «Россия». А мы с вами прощаемся. Всего доброго. Любишь, поцелуешь, милая моя.
прошлом году в честь 20-летия главной российской телекомпании группа программы «Вести Кабардино-Балкария» поднялась на Эльбрус и установила на вершине Европы флаги с символикой канала «Россия». На сцене театр песни Кабардино-Балкарского государственного университета «Амикс». Бірлік болған жерде насып та болады, дегенділер ата-бабалар. Ұлытмай жашайын бір үрке бікча, жылы жарық болан ол жағалада. Прекрасном троне с именем Кавказ. Мило улыбаясь, старица наблюдает, молодежь танцует горский перепляс. Мило улыбаясь, старица наблюдает, молодежь танцует горский перепляс. Уэй, 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 край наш торжествует. Уэй, уэй, праздник наш бурлит. Уэй, 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 все вокруг ликует, быстрами кружится пламенный джигит. Часть крупнейшего в мире медиахолдинга ВГТРК. Часть уникального информационного пространства, объединившего 92 региональные компании. И сейчас мы приглашаем на сцену Беслана Халадова, советника генерального директора ВГТРК. Уважаемые друзья, коллеги, я по поручению от имени генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании Олега Борисовича Добродеева поздравляю ваш коллектив, вас всех с юбилеем, знаменательной датой. Желаю счастья, удачи, здоровья. И чтобы всегда с эфира только лишь звучали добрые, хорошие, самые необходимые, нужные для наших телезрителей и для нашей аудитории слова. Удачи вам и счастья, друзья мои. 92 региональных телекомпании. Мы вместе работаем и вместе празднуем. А теперь коллеги из разных уголков страны приехали к нам на торжества. Они сейчас находятся в этом зале, и мы приглашаем их на сцену. ГТРК Адыгея Вячеслав Жачимух. ГТРК Алания Тимур Кусов. ГТРК Лотос, город Астрахань, Вячеслав Ковалев. ГТРК Татарстань, город Казань, Фирдус Гималтинов. ГТРК Дагестан, Луиза Алиханова.
ГТРК Войнах Аламахат Ерсаев. ГТРК Ингушетия Берс Евлоев. ГТРК Карачаево-Черкесия Георгий Чикалов. ГТРК Ставрополье Аждаут Ибрагимов. ГТРК Калмыкия Михаил Ткачев. А также генеральный директор мемориального комплекса «Родина-мать» в городе Волгограде. В прошлом директор ГТРК Поморье, город Архангельск, Алексей Васин. Добрый вечер, уважаемые друзья. Салам алейкум, дорогие земляки. Мне оказана честь в этот замечательный праздничный день поприветствовать вас от имени руководителей и творческих коллективов государственных телерадиокомпаний Северного Кавказа и других регионов России, в частности, Республики Дагестан, Астраханской области и Волгоградской области. Да? Ну, а Северокавказские регионы вы прекрасно знаете. Вот сидел сегодня и вспомнил, как в дни путча, когда одного достойного россиянина спросили: тебе было страшно в эти дни, когда, в общем, власть пытались захватить, как говорится, не те. Происходил государственный переворот. Он ответил: да, мне по-настоящему стало страшно, когда замолчало радио. Радио не должно молчать. Радио должно говорить всегда и говорить правду, как это делало радио Кабардино-Балкарии 85 лет и будет продолжать еще многие-многие десятилетия и столетия. Как мы, спасибо, мы слышали, что даже в годы оккупации Кабардино-Балкарское радио выходило в эфир, и люди слышали вот то самое слово правды. Радио затем мощно подкрепило телевидение, и все эти годы радио и телевидение Кабардино-Балкарии работало на родную республику. Невозможно переоценить то, что сделали поколения талантливых радио- и тележурналистов. И сегодня очень сложные для республики времена. Слово правдивое, мудрое, точное слово журналиста очень нужно жителям республики, да и всего Северного Кавказа, и всей России. Мы гордимся, что в ряду самых мощных, сильных, творческих, талантливых коллективов ВГТРК, региональных компаний, Кабардино-Балкарская компания буквально блистает, как одна из самых интересных, самых талантливых компаний. Вот коллеги поддерживают. Я не случайно обратился к вам как к землякам. Не в таком общемировом и даже не в общекавказском смысле земляк. Я родился на Кабардино-Балкарской земле. И у меня сегодня и личный праздник, потому что я с детства слышал проникающие в душу позывные Кабардино-Балкарского радио. Очень красивые мелодии гор. Я видел вот то, что показывало кабардинское телевидение. И как-то так посчастливилось мне стать журналистом и войти в этот ряд. И Кабардино-Балкарская компания мне родна и потому, что в этой компании работали и продолжают работать многие мои однокашники, однокурсники по Кабардино-Балкарскому государственному университету. Я сердечно поздравляю ветеранов. Мы поздравляем и ветеранов телевидения и радио Кабардино-Балкарии, нынешних сотрудников и, конечно, телезрителей и радиослушателей. И чтобы коллеги наши всегда доносили до них только добрые вести. Дай Бог, дай Аллах, чтобы так было всегда. Спасибо. Студент Московского государственного университета культуры и искусств, заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Ингушетии Тимур Хацаев. Россия, ты с вершин Кавказа, мне так отчетливо видна. Отрада для людского глаза, моя великая страна. Россия, родина моя, тобой согрет повсюду я. Одна на свете ты такая, Россия, родина моя.
твои поля, твои равнины, красот твоих не перечесть. К тебе мы устремляем взоры, родная, милая страна. Россия, родина моя, тобой согрет повсюду я. Одна на свете ты такая, Россия, родина моя. Одна на свете ты такая, Россия, родина моя. У нас одна судьба и наших, никто не разорвет дорог. Пусть снег тебя на свете краше, Кавказ твой райский уголок. Россия, родина моя, тобой согрет повсюду я. Одна на свете ты такая, Россия, родина. Приглашаем на сцену директора филиала ВГТРК ГТРК Кабардино-Балкария Людмилу Казанчеву. В нашем доме праздник. А на праздник принято звать самых дорогих гостей. В этом зале самые дорогие моему сердцу люди. Это мои коллеги, это наши уважаемые ветераны, те, которые указали нам этот путь, по которому мы сегодня идем, те, которые вложили частицу не только своего труда, частичку своего сердца, тепла. Это огромные этап их жизни. И я думаю, что самый важный и самый дорогой. Поэтому сегодня мы говорим всем, кто работал до нас, огромное человеческое спасибо. Мы работаем, опираясь на ваш опыт и на ваш труд. Хочу выразить огромную признательность главе Кабардино-Балкарской Республики Арсену Башировичу Кадырову, благодаря которому состоялся наш праздник. Он полностью его профинансировал. Также хочу выразить огромную благодарность Олегу Борисовичу Добродееву и Рифату Абдулагапчу Сабитову, заместителю Добродеева. Вот благодаря им сегодня у нас есть 4 новые машины, 7 новейших камер. Это наши заборы, это наши крыши, это наша оргтехника. Дорогие наши коллеги, вот вы можете себе представить, что раньше у каждого сотрудника стоял бы новейший компьютер с выходом в интернет, замечательная техника, сколько угодно монтажного времени. Вы можете себе представить, чтобы раньше такое было. Сейчас у нас это все есть. Это благодаря Рифату Сабитову и Олегу Добродееву. И хочу сказать еще спасибо всем моим коллегам. И все наши гости, уважаемые коллеги из других каналов, УРТ-каналчик и государственного вещательного канала Кабардино-Балкария. Вот при выходе есть подарки для каждого из вас. Я вас прошу без подарков не уходить. Для всех-всех-всех и все наши гости тоже. Спасибо за то, что вы сегодня посчитали нужным прийти сюда. И если вы вспомнили свою молодость, если вы вспомнили те прекрасные годы, которые провели на телевидении и сейчас проводите, то мы рады. Крепкого вам всем здоровья, удачи, счастья, любви. Спасибо, Людмила Борисовна.
Десятилетия радио и телевидения берегли национальные традиции. Во многом благодаря им еще живы литературные, кабардинские и балкарские языки. И сегодня все мы, радищики и телевизионщики республики, говорим о том, о чем кроме нас никто не скажет. Мы — это три государственных компании: КТРК «Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик». И все мы — дети одной матери, гости телерадио «Кабардино-Балкарии». Сегодня наш общий юбилей. Мы долго готовились к этому вечеру с одной только целью, чтобы сказать спасибо вам, наши старшие. Спасибо за все, что вы для нас сделали. Это прежде всего и больше всего ваш праздник. Ну а мы постараемся не подвести вас. Мы просто вынуждены теперь быть на высоте. Спасибо. Балкан.